Полиция Ноябрьска разыскивает без вести пропавшего. По данным сотрудников городского отдела внутренних дел, 25 января ушел из дома и не вернулся Сергей Александрович Бакасов, 1957 года рождения. Мужчина был одет в черную куртку «Аляска» с капюшоном и меховую шапку светло-коричневого цвета. Всех, кто знает что-либо о пропавшем, просят позвонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах.